В 2019 году Минск принимает вторые Европейские игры. Этот континентальный спортивный форум обещает стать самым масштабным в истории суверенной Беларуси. Столица готовится встречать гостей и спортсменов. Совершенствуется спортивная и туристическая инфраструктура. Опыт проведения таких мероприятий у Минска есть. Чемпионат мира по хоккею 2014 года прошел на высоком уровне. Гомельская область также не остается в стороне от подготовки ко вторым Евроиграм и рассчитывает не только на медальные бонусы во время их проведения. Продолжит Максим Савин. Все спортивные баталии вторых Европейских игр пройдут в Минске, а вот готовиться белорусские атлеты к соревнованиям будут в том числе и в Гомельской области. Спортивные объекты, находящиеся на территории нашего региона, вполне позволяют эффективно это делать. Еще одна сторона медали – это туризм. И вот тут открываются возможности для нашего региона, в первую очередь для туристической сферы. Путь к Минску немалой части гостей и участников будет пролегать по территории Гомельской области. Большую работу в следующем году придется провести именно по достойному приему спортивных делегаций и комфортному их нахождению в процессе движения по территории Гомельской области непосредственно на наших прилегающих кафе, автозаправочных пунктах каких-то, значит, ремонта там и так далее и тому подобное. Но это будет касаться даже не только столько спортивных делегаций, сколько и большого количества туристов, которые спортивных туристов, которые ожидаются. Поэтому здесь, конечно, вот уже непосредственно Гомельский регион будет работать очень активно, очень глубоко для того, чтобы максимум сделать все, чтобы все, кто приедут на вторые Европейские игры, чувствовали себя комфортно. В 2015 году на первой Европеаде представители нашего региона добыли награды в борьбе, велоспорте и гребле на байдарках и каноэ. На 2019 год медальных планов пока не ставят, однако всерьез рассчитывают на вышеупомянутые виды. Спортсмены мирового уровня есть. Также вселяют надежду успехи гомельчан в боксе, дзюдо, самбо и карате. Вздюшор номер 4 Гомеля планирует увидеть своих воспитанников не только в числе участников, но и призеров. Гимнаст Денис Санувонг, член сборной страны, и готовится выступать на Евроиграх в многоборье. Пока в резерве, но к 2019 году могут стать первыми номерами сборной страны по акробатике смешанная пара в составе Виктории Охотниковой и Ильи Фоменкова, а также женское трио Анна Кацуба, Алина Кандюлева и Кристина Лешова. Кстати, девушки стали четвертыми на недавнем чемпионате Европы. Главная надежда Гомельской области в акробатике Артур Беляков. В конце октября в паре с брещанкой Ольгой Мельник он выиграл серебро континентального чемпионата. По словам спортсмена, защищать честь страны на таком форуме, как Евроигры, да еще и перед родными трибунами, престижно. Однако наперед не загадывает. Пока все мысли о весеннем чемпионате Беларуси и чемпионате мира в Бельгии 2018 года. А потом уже можно серьезно думать о Минской Европеаде. Конечно, хочется выступить, представить страну. Будем работать. Я думаю, тут все-таки больше индивидуально людям. Но главное быть готовым хорошо. А если ты готов хорошо, то не особо разница, где выступать. Поэтому надо готовиться, самое главное. А уже дома или не дома, конечно, стены помогают, будем на это надеяться. Победителями Европейских игр еще до их начала могут стать студенты Гомельского художественного колледжа. Правда, не в спортивной, а в культурной части соревнований. Художники участвуют в конкурсе по созданию талисмана игр. Легкость, простота и понятность, а также соответствие концепции игр. Олимпийский дух и купальские мотивы. Соблюсти все критерии непросто, однако Кристина Малых постаралась отразить их в своей зничке. Так зовут талисман. Фольклорные мотивы использовались, потому что нам нужно было в своей задаче объединить Олимпиаду и праздник Купалье. И первоначально я думала взять талисманом какое-нибудь животное, которое бы связано было с Беларусью. Но потом выбор пал на огонь. Он объединяет как олимпийский огонь, так и огонь купальский. Там изображены венок с васильками. Василек – это наш национальный цветок. Я хотела бы, чтобы он помогал нашим спортсменам идти вперед и дальше к победе. А вот Карина Леонова из нескольких вариантов выбрала своего героя, а именно лису с хвостом, окрашенным в олимпийские цвета. Пластичный, красивый и спортивный зверь. Для меня все-таки мой элемент, мой логотип – это энергия и пластика. Я изначально хотела донести именно его. И поэтому было столько доработок изначально, которые в будущем превратились во что-то другое. Я брала какие-то дополнительные элементы. Это все смешивало, это было достаточно сложно.
все равно лисичка, она очень пластичная получилась и очень яркая. И это мне хотелось показать. Основная часть работы над потенциальными талисманами вторых Евроигр завершена. Осталось только сделать последние штрихи и отправить в Минск. Прием заявок на конкурс завершается 15 ноября. Максим Савин, Игорь Марищенко, Валерий Гапанько. Новости недели.